всего лет 5 рисовать. С семьей разукрашивала, лепила, гулялась и все. И ходила на улицу. Все магазины, все было закрыто, все люди были просто не в понятках, где брать продукты питания. Затем мы столкнулись с такой проблемой, что к нам в Херсон не могли приехать поставка медикаментов, продуктов, потому что те гуманитарки, которые были со стороны Украины, то есть они просто не пропускались на постах. Я видела, как бахкали, кидали бомбы, ракеты, и сильно лунала тревога. Мы бежали в подвал с скоростью. Ночью было страшно. Во-первых, хочу поблагодарить всех волонтеров. Это до слез. Все спрашивали, чем вам помочь, хотите ли вы кушать. Это вот, ну, просто до слез. Это было до такой степени приятно, неожиданно, что есть вот люди, которые просто нам, незнакомым людям, да, хотят помочь, просто входят в наше положение. Да, очень. Да? Да, почувствовала.